На Дальнем Востоке полицейские пресекли деятельность целой сети псевдомедицинских центров. 4 руководителя и 8 сотрудников задержаны. Изъята техника и документы. Под видом оказания врачебной помощи мошенники выкачивали у людей деньги. Офисы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Обзванивали граждан, приглашали на бесплатное обследование. Тех, кого удалось заманить, сразу пугали, якобы обнаружили заболевание. Предлагали вылечить, даже в кредит. Как минимум 120 человек подписали кабальный договор. Причиненный мошенниками ущерб превышает 20 миллионов рублей.